Привет всем! И добро пожаловать на канал Эллен Стар. Я знаю, что вы любите изменять магазины и лизуны в что-то хорошее и крутое. Поэтому сегодня переделки. Все готовы? Тогда поехали! Мы выбрали для нас вот такие недорогие лизуны. Они продаются практически везде. Лизуны маленькие. Открываем первый. Вот так вот растягивается этот лизун. И сразу же рвется. Большим усилием я его растягиваю. Зато круто прыгает. Подготавливаем миску и отправляем в нее лизуна. Размягчим его зубной пастой. Зубная паста подойдет практически любая, только не парадонтакс. Добавим сюда еще шампунь. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное. Используем голубой воздушный пластилин. Открываем. Эту массу уже хочется взять в руки, но мы видим, что она липнет еще. Поэтому добавим пищевую соду. Хорошенько перемешиваем. Перемешаем руками. Давайте добавим еще немножко шампуня, чтобы размягчить слаймик. На очереди у нас вот такой лизун в баночке. Открываем. Прозрачный и цвет такой красивый, есть блесточки. Текстура рвется на куски, с трудом тянется, хоть цвет мне нравится. Чтобы он не был таким жестким и не рвался, размягчим его зубной пастой. Размешиваем. Дальше добавляем гель для душа, для того, чтобы слайм стал мягче и эластичнее. Затем наливаем любой рабочий клей ПВА. Я люблю использовать офис. Покрасим желтый цвет. Я люблю насыщенные цвета, поэтому добавляю много цвета. И опять перемешиваем. Одну большую щепотку пищевой соды. Она не раз спасала наши слаймы. Будем ждать реакции. Ребята, если вам нравятся переделки в магазинах лизунов, обязательно дайте мне знать. Пишите комментарий или же ставьте пальчик вверх. Добавим еще соды. Как вы видите, это уже похоже на слайм. Убираем ложку и вываливаем его на стол. Текстура интересная, эластичная, из него получаются розочки. Всем прекрасного настроения! Спасибо, что вы со мной! Пока!